Тайна гробницы Нефертити может быть раскрыта. Разгадать загадку места упокоения великой царицы решили британские ученые. Они уверены, что знаменитая правительница Египта похоронена в усыпальнице Тутанхамона. После длительного изучения трехмерной копии гробницы Тутанхамона британский ученый Николас Ривз пришел к выводу, что усыпальница на удивление мала. Ривз посчитал, что изначально она предназначалась не для царя, а для царицы. Тогда ученый и решил проверить свою теорию. Совместно с японскими коллегами исследовал пирамиду с помощью радиолокатора. Тогда-то и обнаружились ложные стены и скрытые комнаты. Кроме того, исследование показало наличие предметов органического происхождения. Если я прав, то свидетельства говорят о том, что гробница Нефертити может находиться за северной стеной. Это, несомненно, стоит того, чтобы продолжить работу. Но, конечно, у меня нет хрустального шара, я не могу точно предсказать, что нам принесет будущее. Сейчас Ривз предлагает продолжить исследование и сделать в гробнице отверстие. По его словам, это поможет доказать результаты, полученные с помощью локатора. Однако египетские власти не разрешают проводить работы, пока не будет достоверно доказано наличие в гробнице тайных помещений. По моему мнению, теория о том, что в стенах гробницы Тутанхамона скрыт вход в гробницу древнеегипетской царицы, несостоятельна. Но я также уверен, что не нужно останавливать работы, иначе египтологи скажут, что правительство не дало возможности проверить теорию. Ранее я уже заявлял о необходимости третьего локатора. Его нужно спустить в гробницу и продолжить исследование. А после мы уже поймем, закрыть эту тему или нет. В Каире не скрывают, что сенсационное открытие может здорово помочь туристической отрасли, которая сейчас переживает далеко не лучшие времена. Между тем, почти нетронутая гробница Тутанхамона была обнаружена более 90 лет назад. Эта находка стала одной из главных сенсаций в египтологии всех времен. Жадра Джазина, Жулдыз Стагильдиева, 24 КИЗ.